Девочки, ну что, вы готовы наводить порядок в вашем курятнике? Посмотрите, какие у вас стены некрасивые, никому они не нравятся. Вы не хотите их ни шпаклевать, ни красить, ни штукатурить. Придется мне. Да? Кулема мои, драчуни, грязнули. Все раскидали, арбуз съели, шкурку не съели. Боже ж мой. Ну что, буду штукатурить стенки вот эти потихоньку, пока еще тепло стоит. У индюков доштукатурю там одну стенку. И сюда у курочек тоже доштукатурю. Подковы прибьем, кресты сотрем. Это что, они просто так висят? Надо на двери их. Вот. Курочек будут подковы. Раньше у них здесь, говорят, коровки жили. У первых жильцов. Здесь, получается, в этом доме мы третьи жильцы. Бабушка одна прожила, хозяйка, до 70 с лишним лет. Затем другие хозяева прожили 4,5 года. И мы живем второй год. Ну, кресты вообще, конечно, вот понарисует же. Чёрт-те что. Стены заштукатурю. Сейчас уберу все здесь. Девочки, наедаемся, наедаемся. И сейчас будете проходить свою комнату отдыха. В прошлый раз я... А здесь в прошлый раз я же заштукатурила этот простеночек. А здесь у меня остался еще один простенок. Вот этот вот. Видите? Сейчас я его тоже заштукатурю. Сейчас растворы разведем. Индюшат пока туда закрою, чтобы они не мешались. Ну аж тут, вот тут у них потом я уж доберусь до их стены. Все, все помаленьку. Вначале фасад, потом внутренности. Очищу все эти кресты. Мы когда дом купили, вы знаете, кресты были во всем доме. Что уж тут хозяйка, кого боялась, непонятно. Но у нее на каждой двери было чуть ли не по 5 крестов. Кресты кругом, кругом, кругом. Видите? Тут кресты, там кресты. Ну чего так? Не понимаю я. Я отмывала весь дом. В доме было на каждой двери тоже. Ну, курица, ага, скажешь, что они там ходят? Никакой жизни сегодня. Ой, какая модная у них дверь-то будет. Боже ж мой, вы посмотрите, какую вам красоту наводим. Кулема. Там проволочка, по-моему, я скручивала. О, щелки не будет. Зато здесь внизу щель. Я как не знаю чего. Господи. Дверь, как у этой, у избушки на курьих ножках. Похожая, да, из сказки. Сейчас, ага, на что? На пши? Вам новую дверь на пши купить? Давайте пшей. У вас много пшей? В голос такие.
Дай сказать, ко-ко-ко. Ты видишь, я пришла к вам в гости. Смотрите, я заштукатурила стенку. Высохнет, покрашу. Так, не перебивайте, пожалуйста. Там немножко тоже подлатали. Гипсокартон там чуть-чуть прицепили, который кусочек был влагостойкий. И тоже все это забелится, и будет хорошо. Здесь стеночку заштукатурила. Что за собрание? Замерзли, что ли? Ну, а что вы зимой собрались делать? Будет 4 градуса. Давайте, давайте, идите бегайте, зарядку делайте, и никто не замерзнет. Так, у вас как дела, красавчики мои? Я вам тоже все заштукатурила, вы видели? Ой, какие вы у меня хорошие мальчики, да? Так близко подошли прямо. Что, хотите покрасоваться? Я вас не выпущу сюда, не могу я выпустить, да. Вот такие у меня пупсики. Ладно, ладно, не выпендривайтесь. Чего выпендриваетесь-то? Ой. Ой. Надо же, ну надо же. Перед девчонками красуйтесь. Что передо мной-то? Вон, видишь, она тебя клюет за перышко. Сейчас она тебя выклюет весь хвостик. Вот. Я вообще пришла снять стеночку, как заштукатурила, а вы мне тут свою красоту показываете. Здесь тоже все заделала. Здесь я в прошлый раз заштукатурила. Остается только покрасить. Ну и, конечно же, их комната. Здесь комната большая у них. Наверное, квадратов 10. Видите, какие стены тут. Тоже, ну, темно, конечно, но надо штукатурить тоже. Ну, ничего, доберусь и до сюда. Раз до сюда добралась, и до туда доберусь. Да? Женихи, пиу-пиу вам. Дубочки полегли. Надо, наверное, подарить себе букетик. Домой в вазочку поставить. Несколько веточек. Почему бы не порадовать себя? Правильно? Вот такая красота. Подарила сама себе букетик. Думаете, что это? Это наш газовый котел. Он старенький, 2005 года, но он рабочий. Он очень много берет газа, очень дорого платить, ну, если использовать его постоянно. Но пока нет выхода, пока мы им отапливаемся. Возможно, когда-то, возможно, мы его заменим. Я посмотрела в интернете. Очень много экономичных котлов, но они пока нам не по карману. Я думаю, может быть, на следующий год скупим. И там, наверное, в пределах 60 тысяч точно надо будет вложить в новый котел, чтобы впоследствии иметь экономию за оплату газа. Так мы платим приблизительно 3 тысячи в месяц за газ. Ну, от 2,5 до 3 тысяч в газ. За газ. Ну, это как вот за отопление в квартире мы платили также почти 4 тысячи. Также и здесь вот на газе можно экономить, если купить хороший котел. Он со временем себя окупит, как говорится, оправдает. Но также надо будет брать напольный, потому что двухконтурный мы не будем брать. У нас вода нагревается в электробойлере, а здесь у нас идет только чисто на отопление. Если переделывать двухконтурные на воду и на это, все это нужно не менее 200 тысяч. Поэтому мы опять поставим просто одноконтурный, чисто на отопление. Вот такой у нас котел старенький. У нас, кстати, позвонили, сказали, что придут провести техническую проверку котла. Естественно, за это тоже они берут деньги. Что уж они тут будут делать, я не знаю, какую техническую проверку. Я постараюсь снять, что они сделают.
Что они его разберут, почистят или еще что-то. За что они берут деньги, если они проводят технический осмотр котла?